Вот девочка. Вторая из линии Кнуст. Вот. Вот она. Повернись, чтобы понятно было. Вот они. Вот. Это вот две и наверху еще две, их четыре. Четыре в линии. Это меня просто попросили, говорит, они одинаковые. Я говорю, в принципе, вот что это. Это две сестры, и я говорю, еще вот наверху. Там тоже еще две. Наверху две и внизу две. Их четыре штучки. Вот они. Ну, в принципе, да. Я думаю, что разницы нет. Это вот 21,5 ушко, которое. Вот они. То есть, в принципе, разницы нет. Что это? И наверху, я думаю, что тоже там разницы нет. Просто сейчас вот. Ну, вот они. Вот как бы здесь вьюшечка открыта, потому что девочка покрыта. Вот, и поэтому она должна уже, так сказать, заходить в родильное отделение. Там вот ящичек стоит, вот он. Там, видите, вот он, вон он, родилочка. Вот, это просто я снимаю, потому что люди попросили как бы показать клетку. Вот видите, вьюшка открыта и задвижка, как угодно ее назовите. И вот он, вот ящик стоит там. Маточник, будем так говорить. Вот как бы, вот так. Здесь, нет, здесь вторая девчонка, она покрыта, но еще время рановато ей. И поэтому она как бы еще у нее в родильный отсек задвижечка закрыта. Ну вот, я думаю, все понятно как бы. Вот так, ребята, попросили, я вам снял.